Последней точкой пятого дня нашего путешествия была крепость Аяскала и юртовый лагерь, находящийся рядом. Здесь потрясающие виды и качели, на которых можно насладиться, окунувшись в детство. В пустыне Кызылкум, на пестрых обрывах одного из восточных отрогов Султан-Эздага, возвышаются развалины одной из крупнейших крепостей древнего Хорезма – Аяз-Калы. Народные предания связывают название этой крепости с именем легендарного воина-раба – Аяза. Аяз – герой среднеазиатского тюркского фольклора, полумифический богатырь. Согласно легенде, добивался любви царевны Амазонки, жившей в крепости Кыркыз. По данным археологов, крепость Аяз-Кала относится ко второму веку нашей эры. О, класс! Это я. Аяз-Кала входила в систему приграничных крепостей, защищавших оазис со стороны пустыни, располагаясь цепочкой с востока на запад. Все крепости располагались на видимом расстоянии друг от друга, вероятно для того, чтобы было удобно передавать сигналы о приближении врага. Комплекс Аяз-Кала интересен тем, что в отличие от других крепостей древнего Хорезма, здесь находятся неукрепленные сельские поселения, представляющие собой комплекс жилых домов, каждый из которых состоит из большого обнесенного невысокой кирпичной стеной двора, занятого, видимо, в то время садами и огородами. У одной из стен двора отдельно расположен относительно небольшой дом с 15 комнатами, что указывает на то, что в это время уже начался процесс обособления отдельных семей от родовой общины. Возможно, это был дом богатого чиновника или начальника гарнизона. Среди множества неукрепленных сельских домов комплекса Аяз-Калы выделяются три постройки крепости, обладающие значительными размерами. Аяз-3 – гигантская крепость с большим двором, обнесенным могучими стенами с башнями и предвратным лабиринтом. Возле ее северо-восточной и северо-западной углов расположены 40-комнатные дома, крестообразно пересеченные коридорами. Рядом на скале возвышаются развалины Аяз-2, также относящиеся к кушанскому периоду, но реконструированные афригидами в V-VII веках. На обрыве плата к поселению примыкает Аяз-1 с полукруглыми башнями, предвратным лабиринтом, сводчатой галереей в основании стен и высеченным в скале колодцем в центре, вокруг которого располагалось главное богатство жителей – домашний скот. На северо-востоке от Аяз-1 расположены остатки сторожевой башни. Таким образом, Аяз-Кала был не городом и не поселением, а крепостным комплексом, где почти 19 столетий назад располагались пограничные отряды кушанов. Тысячелетиями пески скрывали руины крепости Аяз-Кала, но сегодня, благодаря многочисленным археологическим раскопкам, каждый может прикоснуться к его истории. На этом наше знакомство с Аяз-Калой завершается, и мы отправляемся в Хиву, чтобы переночевать. По дороге мы случайно заехали в поселок Бустон, который удивил нас своими памятниками, а точнее парком, где установлены памятники всем крепостям. К сожалению, было уже темно, когда мы заехали в этот парк, и снять было трудно все, что там происходит. Уже заканчивались батарейки на телефонах, на съемочных устройствах. Удалось только сфотографировать некоторые из них, где можно понять, как выглядели крепости когда-то раньше.